земле, безжалостно маленьком, жил да был человек маленький. У него была служба маленькая, маленький очень портфель, получал он зарплату маленькую. Но однажды, прекрасным утром, постучалась к нему в окошко, и большая оказалась война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску ему выдали маленькую, маленькую по размерам шинель. А когда он упал, некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост.